всем хорошего настроения и ёпчё, пока! Видос записали, так сказать, работу на сегодня сделали, теперь можно как-то и отдохнуть. А помимо этого, вроде бы все разобрались со своими заботами в деревне, не надо ни от кого бегать, ни какую-то аномалию тут разбирать. И я торжественно собираюсь устроить вечеринку с ребятами. Как насчет позвать всех? Так, ладненько, пойду-ка бегаю за телефоном, позвоню-ка Юне. Алло, Юне, привет, на связи? На связи, Юне, привет! Короче, у меня тут есть грандиозные планы, как насчет устроить вечеринку. Не хочешь сегодня вечерком у меня на хате потусить, послушать музыку, как раз твой новый трек заценим? О, я не против. А кто еще будет? Ну, я собирался позвать остальных ребят. О, отлично. У меня тут рядом утенок Джек и Влад. Могу их с собой как раз взять. А, это круто, конечно. А Райма ты еще не видела нигде? Он так и не вернулся еще в деревню? Нет, его не видела. И Руни тоже. Да, она пошла проверять свои лайфхаки из ТикТока. Так и не вернулась. Уже неделю ее как нет. Ой, все с ней ясно. А, стоп, а это еще кто? Кто там такой? Заселился, что ли, кто-то по соседству? Здравствуйте! Вы там что, мой новый сосед? Да, привет, меня зовут Кловер, я переехал с соседнего района. Там был не очень хороший сосед. Вот ищу райончик поспокойней. А, ну, меня зовут Градус, приятно познакомиться. Если что, заходи на чай. А где твой дом? Да мы вот его отстраивать скоро будем, вон там, вот через дорогу. А, хорошо, ну, окей, хорошего вам дня, я побегу дальше по своим делам. Так, в деревне не планировались пополнения. Каждый, что ли, может заехать к нам? Так, ладненько, пока я еще ребят не дождался, нужно придумать, чем бы заняться. Нужно разобраться со всеми, так сказать, неполадками в своем доме, чтобы ребята не пришли в свинарник. Нужно устроить небольшую уборку. Поэтому быстренько убираем паутину. Где тут у меня еще был срач? Раз, два. И на кухне немножко тоже сделаем уборку. Ну, в принципе, больше никаких проблем у меня дома нет. Если я не ошибаюсь, ребята уже должны быть с минуты на минуту. Тем более, там уже темнеет. Опа, вижу знакомые ники. О, Новоградус, ну что, затусим? О, привет! Привет! А мы не с пустыми руками. Вот фрукты, напитки, конфеты, бургеры. Да, да. И я с собой колонку взяла. Ну, все-таки свой трек мы сегодня послушаем. Ты, конечно, зря мне все это скинул. Ладно, проходи, Юня. Я тоже принес покушать. Джек, только ничего не бросай, клади все в холодильник. А вот, держи, тогда вот, держи, брат. Я положу все в холодильник, проходи. Влад, ну а ты что стоишь в двери? Давай тоже. Я пришел с напитками богов. Держи, дружочек. Они тебе точно понравятся. Ты опять со своими энергосами тупыми. Да, да, да. Садитесь, пока что присаживайтесь, занимайтесь своими делами. Можете телек включить, там музыку послушать, а я пока что все. Мне вообще места хватит в холодильнике. Какая-то загадочная клубника. Что еще за клубника? Что-то у меня валялась клубничка, вот так запылилась, вкусненькая, все равно думаю. И ты решил ее притащить на вечеринку, да? Да, там же куча всего, и ее заодно прихватил. Ладно, мы это опустим. Главное, мне сейчас все просто в холодильник положить. Ну, все, в принципе, я готов. И если что, берите фрукты. Так, Градус, Градус. Чё? Мы тебя на минутку пойдем. Мы сейчас вернемся, пойдем. Ребят, развлекайтесь, там начинайте, скоро подойдем. Что случилось? Влад. Слушай, у меня такая проблема. Тараканы дома развелись, знаешь, меня их там травят, и вот мне негде пожить. Можно у тебя пару дней там потусоваться? Да, без проблем, чувак. Забери только у меня, пожалуйста, худок, клубничный кекс и прочее, а то мне уже просто класть-то некуда. Можете он тоже. А я съем. Да, 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 все. Я бы тоже, на самом деле, сейчас немножко перекусил. Так, ребята, кому что? Кому какие напитки? Влад, лови свой любимый суперэнергетический напиток. Что он? Черт подери. Сколько тут эффектов он дает? Это дай, дай, просто дай. Так. Пепси. А может ты мне попробовать? Да, пепси люблю. Пробую, пробую. Это просто волшебный нектар. Кебаб возьму. Клубничку съем. Мне нравится то, что она светится как-то загадочно. Что, а где Юня? Пропал. А Юня отчасти пропала. Что за дрянь вы в энергетик подсыпали? Ой, держите. Я, кстати, такое нельзя. Он мне дал креветку в руки. Не надо мне такое показывать. Можно, в принципе, и перекусить клубничку. А чё на мне? Я даже и толком не насытился. Быстро так, да? Раз укусил и всё. Слушайте, что-то мне немножко плоховато от такой клубнички стало. Пойду... Нет, а мне очень хорошо от энергетика. Эй-эй-эй, я первая. Нет, подождите, чёрт. Дайте, мне нужно умыться. Боже мой. Заешь рисовым булкой. Ой. Не смотри на него. Ой, как же хорошо, что эту клубничку съел не я, а этот Градус. Надеюсь, он там обделался. Чего, Влад? Не, конечно, я клубничку съел, все нормально, но немножко поболел живот, но не настолько, чтобы обделаться. Я молчу. Что, Градус, ты это к чему? Молчал? Может, ты пепси выпьешь, а то у тебя это колбасит. Я бы такое никогда не сказал тебе, ты че? Показалось, придумал сам себе. Подождите-ка, я там пойду, может, найду таблетки какие-то от головы. Эх, старый маразматик забыл про таблетки. Так, я их не здесь оставлял, нет, может, где-то у меня здесь.
здесь, в тумбочке. Шизо от Райма заразился. Градус, с тобой все нормально, что происходит? Чего ты взял, что я шизо от Райма заразился? Ты к чему это вообще? Стоп, подожди, как ты вообще узнал, о чем я подумал? Не знаю. А ну-ка, это уже второй раз, так подумай еще о чем-нибудь. Сейчас бы деревко навернуть. Что я сейчас подумал? Да дерево свое вспомнил снова, хочешь поесть. Чего? Подожди, ты реально умеешь читать мысли? Я не знаю, это, видимо, так клубничка повлияла. Давай пойдем прочитаем мысли утки Джека и Юни. Интересно, о чем они там думают? Иногда я считаю, что бананы — это мои двоюродные братья. Кря-кря, бананчики, почему я такой красивый утенок? Я хочу холодильник сломать и забрать себе. Это реально. О, у него такая прикольная шкатулка. А, привет, ты... ребята. Сейчас это... Как тебе шкатулка моя, Джек? Да вот красивая, как раз на нее свой взор кинул. А слушай, мне хочется спросить, ты это... У тебя нет никаких проблем с бананами? Нет, у меня нет никаких проблем. Это мои двоюродные братья. Да, вот именно об этом он и думал, Влад. А еще он говорил, что хочет сломать мне холодильник. Ну, как говорил, думал. Слушай, прикольно, давай мысли Юни теперь. Да, она там сидит, вроде бы ни о чем не думает. И только в кожаных штанах, да в железных сапогах, в штанах с лавой, суточкой, в штанах. Мир такой огромный. Ой, мальчик, ты дурак, песня, 2021. Слушай, Влад, у нее там такие, конечно, мысли. Она просто набор звуков каких-то издает, трек за треком повторяет. Ну, у нее, видимо, сегодня музыкальное настроение. Набор звуков, это про ее трек, да, согласен. Ладно, Влад, пойдем уже нормально, вечеринку продолжим как-никак. Да, там и с ним как-то тут странно. Утка Джек, вот кто странно стоит. Шкатулка, как это забрать себе домой, она такая красивая. Музыка! Че это? Музыка! В принципе, все для вечеринки готово, голова у меня больше не болит, а я разобрался, в чем у меня была проблема. А, и кстати, шкатулки золотые зубы короля вампиров, Джек, пожалуйста, не трогай ее. Ладно. Юни, можешь ставить, если что, свою шарманку в треке 2021, там кожаные штаны, Раймир, мальчик, ты дурак, все дела, как ты хотела. Хорошо. Тихо, Влад, не пали контору. Градус, а к чему такой набор слов странный? Сам не знаю, спроси у Юни. Да какая разница, зато мы можем включить все треки. А? Чё? Кто это там? Мы ждем еще кого-то? Нет, никого и не звал. А, здравствуй, что пожаловал ко мне так в столь поздний час, сосед? Привет, помнишь меня, Градус? Сегодня утром виделись. Я твой новый сосед. Да, конечно, помню. Привет, у нас тут, кстати, сейчас вечериночка. Поздоров... Коля Басков! Привет! О, Кловер, здорово! Чё там за тобой, блядь, какая-то полиция, да, наверное, гонится? Чё пришел-то? Какая полиция? Нет, это все в прошлом. Тихо. Какой-то он странный, но он похож на должанского колена. Надеюсь, он завязался своим криминальным прошлым. Это что-то самое, что убил панду? Что, панду? В каком смысле? Так чего ты там хотел? Я услышал, как у вас тут музыка на весь район играет. Заказал вам пиццу и хочу к вам присоединиться, но чуть-чуть попозже. Наберите, приятного аппетита вам. О, а боже, я пошел. Мне просто нужно собаку успокоиться, я потом вернусь. Кто-то его знает? Придурок. Да, мой Кенту. Ну я его помню, он убил панду Райма. Странный чувак, но он принес пиццу, поэтому можно и простить. Да, может он и изменился. Ладно, продолжаем вечеринку, а ну-ка сейчас я посмотрю. Ничего там не происходит у нас странного больше. Блин, надеюсь эти люди съедят эту пиццу, и через 5 минут можно будет заходить в дом, потому что она снотворная, и можно будет обчистить все его сбережения. Чего? Так, ребята, стоп, пиццу никто еще не ел. Пицца. Не, подожди, его же невозможно остановить, если ему дали пиццу. Я прочитал мысли того чувака, пицца со снотворным. Подождите, нас хотят ограбить. Джек, ты в порядке? Ты умеешь читать мысли? Потом объясню. Не говори, что ты ел пиццу. О, боже, надо звонить скорую. Да подожди, это просто снотворное. Поэтому не смертельно. Поспи, спи, спи. Спи, спи. Так, ребята, что-то дело пахнет керосином. Идите ко мне, нужно срочно поговорить. Вечеринку пока что стоп, музыка выключить. Еда подождет. Значит, слушайте сюда. Ты говоришь, что он какое-то криминальное прошлое у него, да? Ну, было дело, да, за ним. А, Юни, ты спрашиваешь у меня про то, что умею ли читать мысли? А, что? Как ты узнал? Ты спросила 5 минут назад. А еще я съел какой-то загадочный фрукт бесконечности, который мне дал утенок Джек, когда принес на вечеринку. Что такое? Я и правда спросила это 5 минут назад. Дошло? Дошло. Короче, очень подозрительный сосед для первых дней столько всего интересного начинает делать. У меня есть задумка, как насчет сделать вид, что мы все отрубились, наелись этой пиццы, а в итоге, когда он придет, схватить его и повязать. Нет, 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 черт, может быть, возьмем Джека и бежим отсюда, пока не поздно. Тогда подожди, тогда он ограбит мой дом. Я все просто физически не утащу. Да нормально, вот стол тут так, что у тебя еще осталось? Ладно, хорошо. Давайте его испугаем так, чтобы он дорогу сюда забрал.
забыл. Вот, хороший вариант. Как насчет переломать ему все ноги и руки? Давай. Подожди. Не, давайте мы его лучше свяжем, засунем в темный подвал и ему и включим мой новый трек, чтобы он с ума сошел. Довольно самокритично, Юни. Мой трек настолько хорош, что он с ума сойдет в хорошем смысле. Ну, это мы еще посмотрим, Юни. А, да. Тебе что, не понравилось? Не, трек пушка, но просто слушать одно и то же миллиард раз реально с ума сойти. Короче, ладно, неважно, включим ему трек, послушай, тут будет у тебя плюс один фанат или один хейтер, неважно. Давайте, все, кажется, уже почти время пришло. Садитесь, ложитесь, каждый все типа отрубились. Влад, беги на диван, а вот здесь ждем, когда он придет. Сядь на диван, нет, сядь. Это мем из ТикТока. Мем из ТикТока. Сядь на диван. Нет, не сядь на диван. Ребят, нет, вы там сядь. Успокоитесь, он сейчас подойдет. Вы понимаете, он скоро придет. Надеюсь, снотворное подействовало. Да, можно все у них тут подворовать, что у них вообще есть шкатулка. Как красиво, заберу. Опа. Зараза, мою шкатулку с золотыми зубами королей вампиров забрал. Ой, холодильник. Вот это навал, конечно, у меня сегодня. Что, дверь закрылась? Наверное, сквозняк, пойду-ка я на второй этаж. Так, надеюсь, тут больше никого нет. Все съели эту пиццу. Пью-то, как раз мне его не хватало. Так, ребята, стоим. Я его свяжу специальными веревками и кляп рот запихну. Хорошая идея, Юня. А что ты нам раньше ее не предложила? Со мной можно поделиться, вы чё? Ой, ты же мысли читаешь, я все время забываю. Но и зато идея хорошая. Все, погнали. Ага, вот он ты, преступник, попался, рубите его. Бейте. Удалей, опять ты за свое. Связали, замечательно, вот так тебе. Туалет его. Или в чем не было? Юня, давай кляп на него. Тупые придурки, что они со мной сделали, блин, как же сбежать? Сам ты такой, а мы вообще-то порядочные гражданины, а ты преступник, который собрался нас обворовать своей сраной пиццей. Вот такой, значит, сосед, мы полицию потом вызовем. Нет, только не полицию, блин, что же делать, я не хочу на нары. Ну, не хочешь палиться? Мы тебя тогда заставим слушать лучшие треки хиты 2021 без смс и регистрации. Юни, подрубай шарманку! Нет, помогите. Только не это, не люблю эту музыку. Юни, ему не нравится. Ему не нравится твой трек. Как это так? Значит, слушай сюда. Ты мне сейчас по-хорошему скидываешь все, что ты у нас украл, все, что награбил. Самое ценное, это мой холодильник. И 500 рублей в придачу. И мы тебя отпускаем. И чтоб твоей пятой точки даже близко в нашей деревне не было. Берите все, только отстаньте от меня, пожалуйста. Все, снимай с него кляп. Скинь все, что награбил. Ну хорошо, я хотел кушать, поэтому забрал все из холодильника. А холодильник сам где? Нету. Как нету? Так, сейчас по новой трек будем слушать. У меня правда нет холодильника, вот что я украл холодильник, сломался, рассыпался, я не знаю, что с ним случилось. И компьютер забрал! Зараза! Кыш отсюда, кыш, пока я тебя не прибил! Вон отсюда! Из города, вон полностью! А, так вот кто? А, Юня, ты машина. А вы думаете, почему я видосы постоянно записываю? Она их записывает в себя. Да, я реально крутая, прям как машина. Ты чё тут стоишь? Уходи давай! Ай, Марки, ты дурак, кто-то проиграешь и так, давай! Ладно, уходи, пока Юни его гоняет. Вечеринка у нас даже с мини-мероприятиями, квестами и задачками получилась. Вышло весело. Правда, утенок Джек там до сих пор еще в отрубе, ну да ладно. Влад, ой, надо понять. Слушай, можно я тебя спрошу? Один вопросик на под конец, так сказать. Ну так. Почему у твоего дома написано руня? Я сам не знаю. Это что, шип? Ребята, вы. Короче, не думаете, все, всем хорошего настроения. Если хотите больше роликов, происходящих в нашей деревне ютуберов, наберем 20 тысяч лайков, и мы покажем, как у нас тут еще проходит жизнь. Всем удачи, всем пока! Ёпчико! А теперь, Юни, мы с тобой по-взрослому поговорим. Кому ты там кляпнул? Пошли, пойдем. Дылда. Я дылда! А ты горилла! Пойдем. А у меня тут есть это... Горилла-энергос такой есть, кстати, ребят. Классные у меня друзья.